На северо-востоке Китая, в городе Шэньян, провинция Ляонин, четверка панд, семилетний самец Пупу и самки Бинцин, Фафа и Бинхуа наслаждаются зимней погодой и глубоким снегом. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы они не проводили слишком много времени в помещении. Когда они гуляют на улице, они могут подышать свежим воздухом, почувствовать разные запахи и поиграть в условиях, приближенных к естественным. Поэтому, когда погода солнечная, мы выпускаем их после обеда на волю. Им особенно нравится играть после сильных снегопадов. В зимних вольерах гигантских бамбуковых мишек каждому из косолапых отведена личная площадь в 650 квадратных метров. Установлен теплый пол, благодаря которому оптимальная для них температура в 15 градусов по Цельсию поддерживается круглосуточно. В избежание излишней сухости воздух дополнительно насыщается влагой. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.